Боевики, лояльные президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади, захватили крупнейшую в стране военную базу. Это произошло при поддержке сил коалиции арабских стран. Базу Аль-Анат в ходе ожесточенных боев отбили у шиитских повстанцев-хуситов. Для пропрезидентских сил это вторая крупная победа над хуситами. Две недели назад они освободили от мятежников Аден, главный порт Йемена. Как сообщило командование сторонников Хади в понедельник, в ходе боев за военную базу десятки повстанцев были уничтожены либо взяты в плен, сотни бежали. Ранее Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты поставили пропрезидентским войскам новое оружие. База Аль-Анат – важный стратегический пункт. Она находится в 60 километрах от Адена и открывает путь на север, в город Таиз. Там в настоящее время хуситы сражаются с боевиками, поддерживающими Хади. Пропрезидентские войска планируют двинуться туда, чтобы выбить повстанцев. Напомним, хуситы захватили значительные территории Йемена, включая столицу Сану, в прошлом сентябре. Повстанцы утверждают, что борются с коррупцией и хотят искоренить влияние Аль-Каиды в стране. Их поддерживают сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Президент Абд-Раббу Мансур Хади был вынужден бежать в Саудовскую Аравию. Он утверждает, что за повстанцами стоит Иран.